Доброе утро, уважаемые партнеры, дорогие партнеры. Доброе утро все, кто присоединился сегодня к нашему вебинару. Нас сейчас на сегодняшний момент 26 человек, активных, любящих свое дело, любящих свою компанию и образующие семью. Как бы ни была хорошая компания, образующее звено и ядро – это те люди, которые приходят в нашу компанию. Сегодня меня зовут Лидия Тахмахова, я биолог, врач, биохимик, паразитолог, преподаватель биохимии и паразитологии в медколледже. И я сегодня с удовольствием вам хочу рассказать о нашей продукции, о нашей уникальной продукции, которая является просто бомбой для того, чтобы наше народонаселение России и вообще подавляющее количество стран, которые захотят нас там видеть, будут омолаживаться, выздоравливать и вести более активный и хороший, здоровый образ жизни. Наша продукция IPL появилась на рынке России 2 года назад. До этого она развилась успешно в Казахстане. Она стала результатом труда группы европейских ученых, которые посвятили исследованиям своим более четверти века. В основе продукции полностью натуральные компоненты, которые получены из лекарственных фруктов, плодов, ягод и растений, без использования генной инженерии. Наши дрожжи называют еще умной едой. Почему? Или едой для клетки. Почему еда? Потому что наши клеточки являются как маленькими нашими частицами, которые тоже любят кушать. Но мы в силу плохой экологии, плохого питания, мы порой не даем возможность клетке потреблять именно то, что нужно для ее благополучного развития и жизни. Поэтому наша продукция является удобоваримой едой для клетки, потому как наши биоконтейнеры, в которых заключены биологически активные вещества, заряжены отрицательно. А сама клетка патологическая, в которой произошел сдвиг pH среды с отрицательной на положительную, заряжена положительно. И pH среды запрещает нормальным ферментам работать. И ферменты, прекращая работать, нарушается обмен веществ, и в итоге клетка начинает гибнуть. Так вот, наши биоконтейнеры, они меняют pH клетки на отрицательный, на среднещелочной, и клеточка начинает выздоравливать. Следующий, пожалуйста. Слайд. Кроме того, что в ассортименте нашей продукции имеется серия Камолит Эссей, у нас еще имеются духи, у нас имеется пища в прямом смысле этого слова, в виде каш, чаев, киселей и также кофе, вкусного кофе. Также имеется зубная серия. Дальше, пожалуйста. В основе лежит, еще раз повторюсь, Акамолит Эссей. Значит, способ экстрагирования в этой инновационной технологии очень отличается от способов экстрагирования классических, принятых вообще в химии, в биохимии. Дело в том, что в основном все биологически активные вещества перекачиваются, так скажем, с места на место с помощью пассивной диффузии. То есть это через полупроницаемую мембрану из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией. Здесь используется кулентная диффузия. Здесь разрушается конкретно мембраны клеток, удаляются с помощью той же диффузии примеси различные и выделяются только активные вещества. Собственно, воздействие на сырьевой материал расценивается как удар молнии, то есть воздействие высокочастотным током. И в итоге образующиеся, можно сказать, абсолютно на 100% чистые вещества, они используются для того, чтобы производить наши дрожжи.
Следующий, пожалуйста. Компания IBL выкупала патенты лучших европейских специалистов. Разработчиком же технологии аккумуляторов был Джованни Густа. Компания Vita Eterna, расположенная в Вероне. Значит, кроме собственных передовых технологий, Джованни Густа использовал технологии, которые предлагали ему другие европейские биохимики, биотехнологи. Кроме того, компания Vita Eterna предложила именно вот этот необычный, скажем, и в то же время максимально удобная форма применения своих, своей продукции. Или можно даже совершенно не стесняясь назвать эликсира молодости. Это аккумулированные дрожжи и пельгоу. Дальше. Следующее, пожалуйста. Инновационная технология основана на том, что все целебные вещества, которые присутствуют в наших дрожжах, с помощью специальной обработки увеличивается в десятки и сотни раз. Для чего это сделалось? Для того, чтобы биохимия клетки, можно сказать, мгновенно восстанавливалась. Мне один знакомый сказал: ты знаешь, я тебя послушала и говорю тебе, я не верю в чудеса. А я ему ответила, говорю: ты знаешь, это не чудо, это просто биохимия. Достаточно знать, как в клетку попадают эти активные вещества и что они там делают. И уже на этом уровне понятно, что это не чудо, это действительно биохимия, это правильное питание для клетки. Здесь представлено на слайде отзывы о продукте APL диабет, о диабете. Сахар упал в 4 раза. Это при употреблении норма. Результат применения дрожжей APL, ДЦП, улучшение через 15 дней. То есть вот здесь как раз таки, когда происходят такие сногсшибательные результаты, зачастую люди отказываются. Они начинают подозревать в каких-то там непонятных ингредиентов, но нужно их успокоить, что действительно это просто мощная биохимия. Следующий, пожалуйста. Товары IPL помогают достичь выдающихся результатов независимо от состояние здоровья, насколько тяжелое, допустим, заболевание, патология, от пола, потому что и для мужчин, для женщин это приемлемо абсолютно, и возраста, и можно применять и очень, так сказать, глубоко пожившим людям, и грудничкам-младенцам, так что совершенно противопоказаний никаких для наших дрожжей нет. Дальше. Следующий, пожалуйста. На основании вышеизложенного я просто хочу перечислить, какие же преимущества технологии аккумуляторов по сравнению с другими технологиями. Ведь нашу технологию еще называют технологией 22 века. Мы далеко вперед шагнули по сравнению в отношении других технологий извлечения биологически активных веществ из высококачественного сырья. Первый – это метод экстрагирования. Уже мы говорили, это высокочастотный ток. Уникальный способ капсулирования, наноконтейнер. Очень-очень маленький микро-наноконтейнер, который свободно проходит через поры мембраны. Спроси, как он пишет. Вы меня хорошо слышите? Пожалуйста, поставьте крестики, если хорошо. Хорошо слышно. Пожалуйста, отзовитесь, кому плохо слышно. Благодарю. Дальше. Адресная доставка в проблемную зону. Для наших дрожжей есть клетки-мишени. Клетки-мишени – это те клетки, в которые целенаправленно идут эти высокоактивные вещества из дрожжей. Далее. Способ применения, обеспечивающий мгновенный эффект. Что это значит? Рассасывание под языком или сублингвальное применение. Дело в том, что у нас под языком
очень много капилляров, стенки которых равны, вернее, составляются одной всего клеточкой. И эта клеточка эпителия, она легко пропускает с помощью обыкновенной диффузии наши высокоактивные вещества сразу в кровь. То есть стопроцентное практически попадание в цель. Универсальность. Универсальность состоит в том, что любой человек, любой совершенно человек, независимо от возраста, пола тяжести или легкости, скажем, заболевания или желания здоровиться, может применять наши дрожжи. Инновационность. Инновационность состоит в том, что происходит внутриклеточное восстановление. То есть восстанавливается pH среды, начинают работать ферментные системы и мультиферментные системы, и отдельные ферменты. Они запускают механизм правильного обмена веществ, и клетка потихонечку восстанавливается. Комплексное воздействие на организм. Все, кто использует аккумуляции, все заметили, что помимо того, что какое влияние на организм должны оказывать эти дрожжи, они еще оказывают, как я говорю, побочные явления. Когда мы покупаем лекарства, изделия фармацевтической промышленности, мы достаем из коробки такую длинную ленту, на которой написано, нельзя, влиять на это, вот это совмещать нельзя с этим и так далее. А у нас в дрожже такое, что у него побочное явление – это омоложение, очищение и антибактериальные свойства. Это эти свойства присущи всем видам наших дрожжей. То есть происходит, вот, например, харт, сердце, сосуды, чистка сосудов, мощнейшая чистка сосудов, мощнейшая. И любой леденец, как мы называем еще, он способствует очищению на своем уровне, своих систем органов, куда он направлен. Удобство использования. В чем состоит удобство использования? Раньше какие были приемы в отношении, изделий фармацевтической промышленности или различных отваров, там и порошок надо засыпать, и отвары надо заливать, и водичкой надо запивать, молоком, чаем, и через каждые 2 часа, 1.5 или утром, вечером. У нас здесь мы ориентируемся на свои личные ощущения. То есть, когда этот леденец необходим организму, мы это чувствуем, и мы с удовольствием его употребляем. А потреблять его одно удовольствие, действительно. Они очень вкусные и совершенно не требуют никакого запивания и так далее. Единственным требованием, это побольше пить воды. Почему? Потому что любой леденец, повторяю, выводит токсины из организма. Любой. Независимо от того, что есть именно целенаправленные продукции. Приятный вкус. Это не то, что аналоги со вкусом там клубники, земляники. Которые эти вкусы, в общем-то, в основном в промышленности, в той же пищевой, дают сложные эфиры, то есть химические вещества. Здесь вкус натуральный. То есть, если малиновый вкус, то это малина, если клубничный, то это клубника и так далее. То есть, очень много преимуществ. И еще я хочу выделить одно. Пожалуйста, следующий слайд. Отдельно. Это то, чего нет в наших леденцах. Нет чисто химических веществ, нет генетически модифицированных продуктов, нет наркотических или психотропных стимуляторов однозначно. И вот сейчас даже современная медицина, она стремится к тому, чтобы использовать как можно меньше различных инвазионных способов введения веществ в организм или забора биологической жидкости. Поэтому никаких инъекций, никаких неприятных на вкус порошков и так далее. Почему я на это, собственно, обращаю внимание? Вот химические вещества. Мы знаем, что есть витамин С, который содержится в натуральных продуктах. И есть аскорбиновая кислота. И нам говорят, что это аналоги,
что, пожалуйста, принимайте аскорбиновую кислоту. Это будет то же самое, что вы принимаете витамин С. Нет. Дело в том, что натуральные вещества, кроме того, что они имеют свою химическую формулу, они еще были в растениях. А растения получали энергию от солнца. И эта энергия использовалась хлорофиллом для создания органических веществ. И первое такое вещество, которое синтезируется в зеленых частях растений, это глюкоза. Это глюкоза. И она является основой потом других веществ. Поэтому мы с нашими леденцами, с нашим дрожже, мы получаем еще и солнечную энергию. Я не побоюсь этого сказать, так оно и есть. То есть эти вещества, они не плоские, вы, наверное, меня понимаете, я транслирую, не плоские, как химические формулы, да, если вспомните органику, просто формула. Эти вещества, они объемные, они кроме формулы еще содержат энергию, еще содержат дополнительную информацию. Следующий, пожалуйста. На основе вышеизложенного хочу сказать, что употребляя любое дрожже, вы получаете уникальный комплекс витаминов и делаете это где удобно, когда удобно и сколько вы хотите. И получаете при этом и удовольствие, и пользу. Следующий, пожалуйста. А теперь несколько слов о каждом нашем дрожже серии Accumulate Essay. Итак, на картинке слайд. Это, в общем-то, для суставов. Только для суставов. И не только, вернее, для суставов. Но основное направление работы этого дрожже – это суставы, это опорно-двигательный и связочный аппарат. Дело в том, что существуют очень успешные результаты для того, чтобы, вернее, после того, как применяли слайд, ушли грыжи, превратились в протрузии. Дело в том, что все, кто знает, что такое грыжа, они прекрасно знают, что это за наказание. И поэтому, употребляя этот дрожже, избавиться от этой боли, избавиться от этого дискомфорта, это дорогого стоит. Это дорогого стоит. 85% взрослого населения страдает суставами. Стоп! Собственно, вместе со слайдом это дрожже очень хорошо борется вот именно с проблемами опорно-двигательного аппарата. Стоп можно применять при локализации, при любой боли, любой этиологии, для нейтрализации любой боли, любой этиологии. И так же, как и любой другой дрожже, обладает еще дополнительными свойствами. Очень работает хорошо вместе с Grow. Дальше, пожалуйста. Альт очень-очень интересный, на мой взгляд, продукт, наш продукт. Дело в том, что Альт – это борец, скажем так, основной борец с аллергиями. Что такое аллергия? Аллергия – это реакция собственной иммунной системы на себя любимого. То есть аллергия – это как неприятие организма самого себя. Почему это происходит? Потому что снижается иммунитет. Почему снижается иммунитет? Потому что у нас в организме очень много шлаков. Шлаков, которые попадают в желудочно-кишечный тракт. И получается, что весь кишечник забит различными токсинами. Эти токсины способствуют вот такой неординарной реакции организма на себя. С помощью дрожжа Альт эти токсины, которые могут быть и пищевыми, и лекарственными, и полученные с помощью, вернее, из воды, из воздуха, одним словом, любым способом,
эти дрожжи, они нейтрализуют и выводят через почки. Здесь еще раз делаю акцент на то, что нужно не менее 2 литров воды выпивать в день, несмотря на то, какой вы вид дрожжи применяете. Дальше, пожалуйста. На картинке сразу совместила я 2 вида дрожжей. Это Power Man и Power Woman. То есть власть женщины, власть мужчины. Что делают эти дрожжи? Они предлагают решение радикальных проблем интимного характера. Значит, улучшается работа мочеполовой системы и мужчин, и женщин. Компоненты Power Man содержат витамины и антиоксиданты, которые оказывают на мужской организм общеукрепляющее и оздоравливающее действие, а также способствует восстановлению энергетики. Содержащиеся там микроэлементы препятствуют развитию аденома предстательной железы. Ну, сейчас, если я уже упомянула о микроэлементах, то есть люди, которые говорят, микроэлементы, это значит, в ваших дрожжах есть химия. Уважаемые, микроэлементы – это неотъемлемая часть живого организма. Живого. У нас в организме присутствуют все элементы таблицы Менделеева. Все. До единого. И все 75 металлов обязательно. И эти металлы являются активатором ферментативных ферментных систем. Поэтому никакая это не химия. В норме все эти минеральные вещества содержатся в почве. И таким образом они из почвы попадают в воду и потом подпадают нам на стол, скажем так, в виде еды и питья. Аккумулирован дрожже Power Woman. Немножко верните назад, пожалуйста. Назад немножко верните на одну. Power Woman. Значит, что делают эти дрожжи? Они помогают надолго сохранить женщине молодость, красивую внешность, улучшают питание тканей, восстанавливают энергетику, баланс, смягчают последствия различных гормональных сбоев, дисбаланса, менопаузы и препятствуют развитию гормонозависимых опухолей, патологий, остеопороза и так далее. Следующий, пожалуйста. Норм. Это природное решение проблемы сахарного диабета. Входящие в его состав биологически активные вещества держат под контролем уровень сахара и в десятки раз порой снижают риск встречи с этим заболеванием. То есть норм очень хорош для профилактики сахарного диабета. Дело в том, что вот вы можете спросить, ну, что такое профилактика сахарного диабета? Уважаемые, дело в том, что любое заболевание, и тем более заболевание поджелудочной железы, имеет под собой психосоматическую основу. А психосоматическую основу мы передаем с помощью генетического аппарата. То есть из поколения в поколение. То есть черты характера у ваших предков, которые имеются у вас, они могут способствовать возникновению того же самого заболевания. Поэтому, если вы имеете в роду людей, которые больны сахарным диабетом, помогите им и помогите себе, чтобы у вас он не смог развиться. Дальше, пожалуйста. GTS. Очень люблю это дрожже. Дело в том, что, употребляя хотя бы одно дрожже утром, чувствуешь себя прекрасно, и настроение приподнято, и энергетика улучшается. Опять же, благодаря натуральным веществам, которые там содержатся. Ведь у нас сейчас в наше время очень насыщенный жизненный ритм, и это приводит к переутомлениям, к стрессу, к переживаниям. Поэтому дрожжи GTS – это, собственно, решение таких проблем. Там находятся витамины группы В, коэнзим Q, многие другие компоненты, микроэлементы, о которых я уже говорила, которые ускоряют такие процессы, как разрушение подкожно-жировой клетчатки и способствуют синтезу из освобожденных веществ в глюкозу, а также
стимулирует глюконеогенез, который идет в печени. Это синтез глюкозный из неуглеводных компонентов. То есть таким образом вот эта глюкоза, которая является единственным источником для мозгового и вообще для нервной системы, для мозгового вещества, серого в том числе, таким образом GTS помогает и хорошо соображать, и быть активным, быть всегда в настроении, быть веселым. То есть помогает возобновить энергетический баланс вашего бытия. Вот. После применения этого дрожжа любой человек избавляется от привычной усталости и раздражительности, которая возникает на основе этих состояний. Следующий, пожалуйста. Это дрожже помогает нашей печени. Дело в том, что печень – это единственная биохимическая лаборатория нашего организма. Там идут миллионы. Вот мы с вами общаемся сколько минут. За это время в печени произошло миллион различных реакций. Сотни миллионов, я бы даже сказала. В печени идут отслужившие гормоны, в печени идут отслужившие ферменты. Для чего? Чтобы печень их нейтрализовала, чтобы она их разрушила. В печени идут лекарства. Для чего? Опять же, для обезвреживания. В печени синтезируются практически все белки организма человека. В печени нейтрализуется аммиак, который является ядом для клетки. То есть в печени надо помогать. Даже если у вас на сегодняшний день нет проблем с печенью, периодически эти дрожжи надо применять. Потому что вы только поможете своей печени. Она будет вам за это очень и очень благодарна. Дальше. Следующий, пожалуйста. Харт. Это для здоровья сердца. Содержит уникальный комплекс, который восстанавливает, питает сердечную мышцу. Помогает восстановиться ритму. Есть у нас и тахикардия, брадикардия, аритмия различные. Так вот, Харт очень хорошо с этим справляется, очень хорошо. Ну и, конечно, в качестве профилактики необходимо употреблять этот продукт. Почему? Потому что Харт очень хорошо чистит сосуды. Из-за неправильного питания, еще раз повторюсь, из-за неправильного образа жизни, из-за стрессов, которые мы переживаем по несколько раз в сутки, у нас происходит изменение интимы сосудов. Даже вот сладости, да, которые мы очень-очень любим, некоторые, и детки в том числе. Вот послушайте меня, что творят эти сладости. Когда вы съедаете яблоко, сладкое, кажется, да, и любой другой натуральный продукт, то в этом продукте, и особенно в яблоках, содержится пектин, который блокирует излишнее высвобождение инсулина в кровь. То есть вот для этого кусочка яблока положено столько инсулина. Все. Пектин ставит барьер. Когда вы кушаете конфетки, вы наверняка уже замечали, что съел одну, и хочется еще, потом еще, и еще, и еще. Почему это происходит? Потому что нет пектина в конфетах. Нет. Некому ставить этот барьер. И инсулин вырабатывается и вырабатывается. И вырабатывается его больше, чем необходимо. Свободный инсулин, он ищет применение, он хочет нейтрализовать глюкозу, чтобы она зашла в клетки, а глюкозы уже нет. И он начинает бить сосуды. В результате механические повреждения наблюдаются на интиме сосудов, которые затем латаются холестерином. Это тот вариант, который называется плохой холестерин. На самом деле он хороший, он латает. А вот плохо другое, плохо бесконтрольное потребление сладкого. Следующий, пожалуйста. Мелс. К сожалению, я как паразитолог хочу сказать, что сейчас в наших краях, я имею в виду Россию, увеличилось количество различных паразитов. Я имею в виду прежде всего гельминтов, которые обожают человеческий организм. И не только. Это экзотические виды, которые приносятся людьми из различных зарубежных поездок. Так вот, Мелс
убивает, скажем так, потихоньку, ну как, не насмерть, а парализует мышечную систему этих паразитов, и они спокойно выводятся из организма. Значит, почему я акцентирую внимание на этом моменте? Дело в том, что если уничтожить, убить все вот эти гельминты, ударной дозой, скажем так, или там совершенно ну, другим препаратом каким-то фармацевтическим, то разлагающиеся гельминты, они будут еще больше отравлять организм человека. И поверьте, ничего в этом хорошего нет. Поэтому МЭЛ способствует обездвижению гельминтов и постепенному выведению. Дело в том, что паразиты, они загрязняют кровь продуктами своей жизнедеятельности. Вот. Поэтому возникают различные аллергические реакции, различные пищевые непонятные реакции и так далее. С одной стороны, паразиты существуют в нашем организме, они его постоянно, что называется, теребят и способствуют улучшению иммунитета. Но это когда в меру. А когда человек болеет, то уже явно, если тяжелое заболевание, то здесь налицо то, что он полон паразитов, которые, собственно говоря, и являются сами основой для этого заболевания. Следующий, пожалуйста. Айс, собственно говоря, если немножко вспомнить мой приход в нашу компанию, это было первое драже, которое я попробовала. Очень помогает желудочно-кишечному тракту, очень. И решает очень много проблем. Опять-таки, желудочно-кишечный тракт напрямую связан с окружающей средой. То есть туда попадает пища из внешней среды. И далеко не качественная. Поэтому айс, он обладает свойством поддерживать работу желудочно-кишечного тракта, он обладает свойством стимулировать выработку ферментов в желудке и в кишечнике. Таким образом, да, кроме того, он способен нейтрализовать те яды, те токсины, которые вдруг могли попасть, и в случае отравления, которые попали в ваш организм. Далее, айс, он еще очень помогает при алкогольном опьянении, то есть он способствует выведению токсина, перебора, при переборе, скажем так, из организма. И таким образом решает многие проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Следующий, пожалуйста. Гроу. Гроу содержит экстракты лекарственных растений, действие которых направлено на укрепление иммунитета, улучшение физического состояния, работоспособности всех органов и систем. Такие компоненты, как эхиноцея, улучшают состав крови, очищают кровь и лимфатическую систему. Арония снижает уровень плохого холестерина, то, о чем я вам говорила, повышает прочность сосудов, улучшает кровообращение. Ацерола, голубика, клюква и черника, они являются богатыми источниками антиоксидантов. Кто такие антиоксиданты? Это вещества, которые препятствуют бомбардировке мембран клеток очень агрессивными радикалами. Радикалами, которые вы наверняка слышали о том, что есть такие нуклеотиды, собственно, их патологические формы, которые образуются при радиации. Их они так называют радионуклеиды. Это как пример вот этих отрицательно заряженных радикалов, которые пробивают мембрану, которые связываются с мембранными комплексами неправильными, нарушая тем самым проницаемость мембраны, и в итоге мембрана, нужные вещества может выпустить из клетки, а плохие вещества может запустить в клетку. Поэтому, в общем-то, отрицательные радикалы – это не есть далеко хорошо, свободные радикалы. Гранат тоже содержит калий, который очень необходим для работы сердца. Дело в том, что калий – это
основной внутриклеточный катион, и он очень важен для работы сердца. При его недостатке или при его избытке, особенно если избытки, может произойти остановка сердца, при недостатке будет нарушаться ритм. Дальше, пожалуйста. Релакс. Релакс направлен на поддержание нервной системы и защиты от стресса. И считается средством, которое уникальным образом снимает стресс с организма, таким образом не только делая организм более спокойным, скажем так, для окружающей среды, но и снимает стресс для того, чтобы другие дрожжи воздействовали правильно на системы и органы, на которые их действие направлено. Вот. Поэтому релакс необходимо применять с любыми другими дрожжи, именно на, скажем так, его почве другие дрожжи лучше работают. Значит, что сделает релакс? Он окажет многостороннее действие, он избавит от длительной раздражительности, он восстанавливает энергетику, он оказывает тонизирующее действие. И если постоянно его применять, если уж вы имеете какую-то нервную такую работу или находитесь в таком каком-то нервозном состоянии, то вы будете себя чувствовать намного лучше. И также дрожжи это избавляет от бессонницы. Следующий, пожалуйста. Ну, на сегодняшний день это Brain, это самый, скажем так, выдающийся продукт Brain. Вот. Он состоит из тщательно подобранного состава аккумулированных плодов, растений, трав, которые издревле применялись в народной рецептуре для поддержания силы и сил мозга, а также снятия мозгового напряжения и усиления мышления. Brain очень благотворно влияет на весь организм, потому что нервная система у нас как и центральная, так и периферическая. Вот. И поэтому Brain, он, конечно, восстанавливает нервную систему, восстанавливает синапсы, то есть контакты между нервными клетками. А это очень много значит, если мы говорим о сером веществе больших полушарий головного мозга. Дело в том, что работая хорошо серые клеточки, там именно серые клеточки дендриты, они, в общем-то, говорят о молодости организма, о молодости мозга. И как профилактика Альцгеймера, эти дрожжи также необходимо применять. Дело в том, что Альцгеймер вот в наши дни, несмотря на то, что здесь очень много сейчас информации в нашем мире, Альцгеймер – заболевание, которое помолодело значительно по сравнению с предыдущими годами. Вся наша продукция сертифицирована. Пожалуйста, следующее. А, здесь травяная библиотека именно Брейна. Значит, здесь и витания, и гинго-белоба, чайный куст, лимонник, куркума, имбирь. И это не полный список еще составляющих, это дрожжи. То есть, опять-таки, подчеркиваю, что все совершенно натуральное. Дальше, пожалуйста. Ассортимент нашей продукции постоянно пополняется благодаря стремлению нашего руководства находить и инвестировать и выводить на рынок различные другие передовые технологии. И мы знаем, что уже в следующем году, весной, будет представлен новый еще продукт нашей компании. Конечно, он держится в секрете, но думаем, что это будет что-то необыкновенное. Дальше, пожалуйста. Сертификаты. Сертификаты, значит, система менеджмента и качества, безопасности, сертификаты, значит, являются доказательством грамотного управления предприятием, высокого уровня надежности и существенным преимуществом в конкурентной борьбе.
вот я их не буду перечислять, они перед вами. В том числе кошерный сертификат означает, что карамель серии Акумулицей признана кошерной, полностью отвечающей строгим требованиям кашрута. Кошерный – это значит, ну, разрешена к употреблению, скажем так. Следующий, пожалуйста. Вот один из кошерных сертификатов. Следующий. Сертификат соответствия Республики Молдова. Это основной обязательный документ, оформленный в европейской стране изготовителя. На сегодняшний день это единственный пока наш завод, находится на территории Молдовы и, в общем-то, имеет совершенно легальные права на изготовление нашей продукции. Дальше, пожалуйста. Наша компания настолько уникальна и продуктом, и руководством, в первую очередь, и партнерами, что каждый, кто сюда пришел, должен быть уже готов к переменам. Мы уже готовы к переменам. К переменам различных положительных изменений в нашей жизни, они произойдут, это однозначно. Дело в том, что уже употребление этого продукта говорит о том, что вы впереди планеты всей. Люди, которые приходят на этот продукт, они неординарные, они с расширенным сознанием, они воспринимают все правильно, все правильно. Поэтому такие люди, они достойны того, чтобы в нашей системе, в нашей компании стать не только здоровыми, но и благополучными и жить в изобилии. Я благодарю за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Пока может быть, зреют вопросы, я хочу несколько слов сказать об особенности работы с врачами в нашей системе Wellness. Дело в том, что для врачей и для медработников у них есть призвание и служение. То есть они имеют свою миссию. И зачастую недовольны теми результатами, которые предлагает ортодоксальная медицина для лечения их пациентов. Поэтому вот эти люди, которые горят на работе, которые желают помочь, искренне помочь своим пациентам, они начинают искать новые возможности. Вот таких людей мы должны искать. Дело в том, что да, есть люди, которые горят, но есть люди, я имею в виду врачей, я их называю в данном случае людьми, у которых произошло эмоциональное выгорание. Эмоциональное выгорание – это состояние, когда человек перестает адекватно воспринимать пациента. То есть нет такого желания, что вот я здесь для того, чтобы помочь, и я вам сейчас сразу же начинаю помогать. Эмоциональное выгорание приводит за собой философское отношение к пациентам, а это уже неправильно. Поэтому если вы сможете заинтересовать такого врача своей продукцией, сразу же необходимо его обеспечить литературой. И литературой, и роликами, в которых он бы услышал, увидел, прочитал именно отзывы своих коллег. Потому что для него это очень важно. Для него очень важно. И тем более, назначая эти дрожжи своим пациентам и получая результат, он теперь будет их назначать, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. И зачастую такие врачи, они видят вот именно смысл работы в МЛМ именно в том, чтобы получить результат как профессионала. Но со временем, если вы будете рядом, если вы будете выполнять рядом с ним миссию менеджера,